Здравствуйте! У нас отличная новость для всех владельцев загородных домов, которые находятся в поисках небольшого, но красивого камина, не требующего отделки, либо же для тех, кто ищет небольшой каминчик как дополнительный источник тепла для большой комнаты отдыха в баню. И это камин Мюнхен, да не простой, а в варианте мини. У своего старшего собрата камин перенял классические формы, призмовидную дверцу с тройным остеклением и, конечно же, защитный короб, который скрывает дымовую трубу. Камин мало да удал, 8 кВт, то есть это довольно мощный источник тепла при необходимости, но уверен, что его все-таки ждет судьба красивого элемента интерьера. В него ходят небольшие дрова длиной около 30 сантиметров, но также этот камин можно топить и топливными брикетами. Они дают красивое и ровное пламя и мощный жар. А вот колосника и ящика зольника в этом камине нет. Здесь подовое горение, но оно скорее и к лучшему, потому что пламя будет гореть высоко и красиво. Рукоятка регулировки интенсивности горения находится в нижней части топки. Там же находится и ниша для подсушки дров. Камин пристенно-угловой, его можно поставить в угол, как у нас, либо же можно поставить его к стене. Одинаково красиво будет он смотреться в обоих случаях. Конечно же, отличительная черта каминов Мюнхен – это наличие защитного короба для первых модулей дымохода. На наш взгляд, это очень удобное и красивое решение. Труба будет скрыта за декоративным коробом. Об установке других моделей от компании «Экокамин» в загородных домах «Бавария 3 стекла», «Прага 3 стекла» мы рассказывали в наших видео. Согласитесь, что декоративный короб смотрится очень интересно. Кстати, для установки камина в домах со вторым светом короб можно нарастить, заказав доборные элементы. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить видеоотчет о монтаже камина «Мюнхен Мини». Итак, камин «Мюнхен Мини» – полноценный камин в миниатюрном корпусе. При необходимости может и обогреть. Но самое главное, он дарит незабываемые эмоции от созерцания языков пламени. Тех, кому приглянулись формы камина, приглашаю зайти на сайт farnax.ru. Там вы сможете подобрать камин по объему помещения. Модельный ряд каминов Мюнхен очень большой. От миниатюрной модели героя сегодняшнего нашего ролика до огромной версии Мюнхен Гигант. Заходите на сайт farnax.ru. Ждем вас в гости в магазинах Farnax. И теплых и красивых вам вечеров. До встречи!